Сам, а... Сейчас. Она, наверное, идет. Фух. Мам, а? Ты там бутылку из-под кваса большую такую приносила. Это не квас, это я специально... Это мед, да. А, да. Что, а что там? Где он теперь? Я его вылила на цветы. А его нельзя, что ли, было пить? Чтобы пчелки прилетели и... А я пила немножко. Ну, пил и пил. Она вылила на цветы мед. Только мама твоя придумает. Цветы полить, а жара, у нас воды. Ну, у меня есть вода. Кипяченая. А? Как с бутыли? Нет, не надо. Саша, ну давай сейчас чуть ополосну руки, я и разверну и там как-то разом. Ничего. Ешь. Что там вода где? А? В канистре. Что? Вода в канистре. Саша, ты любишь не кипяченую воду? Да я не хочу пить воду. А что ты хочешь? Да, ничего. Что ты хочешь-то? Я ничего не хочу, я домой. Ну иди, где моя водичка? А где тут автобус, расписание? Где моя водичка маленькая? Я не трогаю. А куда она делась? Вот, смотри, это что, расписание, автобус. Ну то есть все вытащил, где вода, да? Расписание. Воды не было, я не трогал, я не видел. Сейчас немножко. Литровая бутылка стояла целая, литровая воды. Я в другую бутылочку тебя спустить в погреб. Закрывай погреб. Погреб закрывайте. Закрывай, а то упадем. Ну. Зачем? ПТП он стоит. На школе космонавтики сейчас уехал автобус. А этот ПТП, так он мчится, знаешь, как с ПТП, через 10 минут он уже будет на остановке, да. Он быстрый. Он очень быстрый. Ну тогда забирай домой что-то. А что здесь? У меня, это как вот здесь немножко мяско стало. Да, с мяском, да, возьмешь. Возьмешь, ну и все, забирай. А это, мать, это... домой, мать. Не надо. А это что, еще помидоры. Это мое, это я приняла. В погреб спусти одну бутылку, вот эту вот. Что ты пьешь? Воду пью. Она чистая? Чистая. Забирай свои таблетки, Саша. Да пускай они использованы, пускай валяются. Ну выкину я сейчас их в печку. В погреб вместе с хлебом, что ли, спустить. Не надо ничего спускать. Не надо ничего спускать. Ну как, смотри, вот его нужно закрытым. Я хотела, чтобы холодное не выпало. Нужно закрытым держать его. А я вот. А, мне надо это, на дорогу денег. У меня же нет денег. Подожди, сейчас я дам. Все равно стоишь, на, открой да спусти. Хорошо, давай спущу. Только ты сильно часто не лазь. На, потому держи. Что опасно. Давай. Можно рухнуть туда. Смотри, смотри, аккуратно. Рухнешь, там помню, отец вытащил. Лестницу. Уже 5 часов. Ну и что? Отец вышел на лестницу, если туда кто спустится, оттуда не вылезет. Оттуда не вылезет. Копеечки. 20. Я побегу, успею. Если побежишь, успеешь. 30 рублей. Все.